ルボナーラ味ボララカルボナーラ모니몬타나저는돈필요없습니다그냥게임만쓰면돼요 저희의정모사입니다 참고로저희아버지성대모사입니다 참고로저희아버지성대모사입니다 엄마촬영중인데그나오는노래뭔지맞춰봐봐영도스클럽노래인데맞춰봐봐뭔노래고뭐뭔노래고노래안나왔는데 노래안나왔는데 아니다시다시들어봐 뭔노래고그러니까그뭐고그래서막방금정아이가정아이가정아이가래요나이엄마그래요우리지민이요진짜손도는게딱정아이가정아이가지민이요지민아잘하네감사합니다어머니덕분에문제맞췄어요엄마맞췄어문제우리뺏겼다아아빠가맞췄다아알았다 네우선남성경찰형님들께죄송하다는말씀을먼저드리겠습니다저희가와가지고아아감사합니다역시아감사합니다앞으로더책임있는모습드리도록노력하도록부탁드립니다 Why? Why? Why are you so 와진짜안보이네Музычку, пожалуйста. Почему нет музыки? Где музыка? Где музыка? Что это было? Теперь Тани Цитги сильно осчастливил меня. Поэтому я даю 5 дополнительных очков. Видите, как это делается, ребята? Очки за танец не учитываются. Это просто так. Все, ты молодец. Следующий.
меня здесь нет. Как будто он всегда ходит в этом, да? Даже цвет волос. Кён, тебе идёт? Нет, я крутой парень, я не буду менять. Ты уверен? Я придержусь этого. Да, я придержусь своего выбора. Опять? Снова? Еще раз? Кён, это лучше, чем быть размытым. Да это так, так теперь мне снова нужно надеть костюм? Какой именно костюм мне надеть? Арджея. Персонаж Джейна. Да, снова. Jungkook 이제 뭐 팬분한테 이제 바나나를 선물을 받았는데 아니 아니 과일 바구니 과일 바구니였냐? 과일 바구니 종합 과일 선물 세트 아 종합 과일 선물 세트 아우 그거 예 왜 있길래 바나나 싹 뜯어서 먹었는데 이제 그 거기 있던 바나나 누가 먹었냐요? 누가 먹은 거예요? 막 제 바나나 어디 있어요? 막 이렇게 하니까 아니 아니야 제가 정확하게 제가 정확하게 기억해요. 이게 어떻게 된 거냐면 데뷔 초 때 팬 여러분한테 받는 선물을 정말 귀하고 귀하죠. 귀하죠. 알죠. 귀해요. 근데 과일이 딱 많았는데 과일이 순식간에 눈앞에 사라지는 거예요. 그 과일 모듬들이 와 이대로 안 되겠다 싶어가지고. 그만 먹으라고 그만 먹으라고 이거 제가 받은 거라고 이렇게 얘기했는데 근데 멤버들 거기서 빈정이 상한 거죠. 그래서 허비 형이 그때 바나나를 먹고 있었어요. 네. 바나나를 먹고 있다가 이렇게 뱉어가지고 던져버렸어요. 정국이한테. 아, 지금 생각해보면 아, 너무 미안한 1, 3, 6, 5, 24, 4. Джей-Хоп, ты классный джин. Я работаю 24 часа, 365 дней. Очень близко. Я люблю тебя 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это то, что я хотел сказать. Джей-Хоп, ты не классный джин. Я хотел это сказать. Да что ты знаешь о любви? Да что ты знаешь о любви? Может, я и не знаю любовь, но я знаю Снэки. Мы были так близки. Я люблю тебя 24 часа в сутки, 365 дней в году. Очень романтично. Арми, 1-3-6-5-2-4-4. Какое замечательное сообщение. Время для Чола, не так ли? Вы готовы? Есть кое-что, что вы забываете. Моя мама тоже из Чоладо. Хорошо, брат, все понятно. Брат, это слово Чоладо? Что происходит? У тебя самое темное будущее, как всегда. У людей из Челадо есть такие творческие способы оскорбить других. Арми 1-3-6-5-2-4-4. Всем привет, моим сарангфунькам. Сегодняшний вопрос будет таким.
Чем вы планируете заниматься летом? Есть ли у вас какие-нибудь планы? У меня особо такой планов нету на лето. Как некоторые видели у меня на прямой трансляции, у меня была племянница, у меня дома гости, они до конца августа. Поэтому буду проводить время с ними. Всех люблю, знаете, что вы самые лучшие саранхульки, мои саранхульки.